мы переламываем ВСУ. Ну, хорошо, вот у этих погибших есть семьи, есть там сотни, там, тысяч, миллионы детей, которые погибли от рук нашей армии. И если эти семьи и дети, останутся под контролем существующего режима Украины, если там будет орудовать НАТО, да, там всякие западные советники, то как вы думаете, через сколько лет вот эти вот вырастет новое, да, на генетическом уровне, вот с враждой на генетическом уровне новые люди, да, там дети, которые будут просто расти и мечтать о том, что они будут убивать нас. Вот, поэтому начатое нами нужно доводить до конца, много лет работать с этими людьми, с этими детьми, работать с пропагандой, там, предлагать им какие-то плюшки, возможности там развития в русском мире, да, перепрошивать их, так сказать. И справимся ли мы с этим, конечно, я не знаю, но нам придется.